Небольшое, но приятное пополнение сегодня поступило в городской парк культуры и отдыха. 5 ярких пластиковых машинок на сумму почти 100 тысяч рублей. Это дар новошахтинцам депутата Законодательного собрания Ростовской области Максима Ивановича Щеблыкина. Малыши из детского дома уже опробовали подарок и остались им весьма довольны. Но для автомобильчиков это первый-последний выезд в этом году. До весны их поставят под замок. Хотя сам городской парк в зимнюю спячку уходить не намерен. Напротив, в его программе много праздников, мероприятий, народных гуляний. Ближайшие из них – это зимние забавы для детворы во время новогодних каникул. Сейчас готовимся к русской зиме, к масленице. 4 января будет праздник детский на Водяновском парке. Это по Харьковской детская игровая площадка Натальи Водяновой. Всех будем приглашать на проведение русских праздников. Таисия Николаевна выразила надежду, что уважаемый депутат Щеблыкин выполнит еще одно свое обещание, данное новошахтинцам, касающееся реставрации замечательного памятника культуры советской эпохи паркового фонтана. Администрация парка уже подготовила всю проектно-сметную документацию. Максим Щеблыкин не обошел вниманием и главную городскую библиотеку имени Горького. Читатели, а их у библиотеки более 30 тысяч, получили в подарок телевизор с жидкокристаллическим экраном, а чуть ранее сплит-систему. Это прекрасная помощь нам в проведении наших мероприятий. Телевизор многофункциональный, он помогает, позволяет нам работать с флешкой, с видеоматериалом, который мы делаем, и показывать наши видеоконференции. Готовим презентации на все мероприятия, то есть мы стараемся любую беседу, обзор провести с учетом технических средств, которые мы имеем, то есть просмотр видеоматериала идет на экран, а теперь будет возможность показывать еще на экране телевизора. То есть это будет как бы малой формы, но оно более мобильное и более удобное. Библиотека подарок депутата приняла с благодарностью и с надеждой на получение очередной помощи в решении своей самой насущной проблемы – подписки на периодические издания. Читатели идут к нам, мы очень рады. Стараемся удовлетворить все их запросы, то есть заказываем литературу по самым разным жанрам.